Ненецкий округ может стать площадкой для проведения одного из крупных молодежных форумов. Данную инициативу главы региона Александра Цибульского намерены рассмотреть в Росмолодежи. Об этом было объявлено в рамках пленарной сессии «Арктика объединяет молодежь. Возможности для самореализации карьерного роста», прошедшей в рамках международного форума «Арктика. Территория диалога» в Санкт-Петербурге. Пленарная сессия «Арктика объединяет молодежь. Возможности для самореализации карьерного роста» стала ключевым мероприятием молодежного дня Международного арктического форума. Спикеры единодушны. Без участия молодежи невозможно реализовать масштабные проекты в Арктике. Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, площадка Международного арктического форума дает молодежи прекрасную возможность представить свои проекты и получить поддержку при их реализации. Наша задача больше помогать индивидуальному развитию молодого человека, давать возможность реализовать свой проект и тем самым показать себя здесь, на Арктическом форуме, показать свои знания, возможности и, в общем-то, по опыту прошедших лет, предыдущих форумов, уже есть результаты. И здесь в зале присутствуют люди, которые благодаря своим знаниям и самопрезентации на форумах сумели получить стажировки, работу в достаточно крупных компаниях, которые как раз работают в арктическом направлении. Однако, как выяснилось в ходе панельной дискуссии, данных мер для привлечения молодежи в Арктику недостаточно. По мнению спикеров, стратегической задачей органов исполнительной власти всех уровней является народосбережение и жизнеобеспечение людей на Крайнем Севере. В частности, необходимо создавать условия жизни на Севере, адекватные сегодняшнему дню. Только на патриотизме и романтике уже не выехать. Готовые кейсы для решения проблем работают в Ненецком округе. В частности, привлечению молодежи в регион способствует гибкая жилищная политика, в том числе возможность получить 1% ипотечного кредита. Вопрос получения климатических надбавок к заработной плате в Ненецком округе решается путем работы над совершенствованием в этой части регионального законодательства. Проводится планомерная работа по созданию условий для самореализации молодежи. Мы, наверное, уже не раз и губернатор говорил об этом, то, что будет молодежный центр, и в молодежном центре будет открыт кванториум. Также сейчас еще разрабатываем проект коворкинга для молодежи в Нарьян-Маре. Также то, что говорили по проекту в Красном для молодежи, это модельные библиотеки с досуговым центром. Эти все проекты в настоящее время сейчас разрабатываются, мы обязательно их сделаем, реализуем в регионе и по всем другим тоже селам такие проекты будут осуществляться, потому что это очень важно. Молодежи нужно место, где они могут творить. В заключении сессии было объявлено, что Ненецкий округ в ближайшее время может стать площадкой для проведения одного из крупных молодежных российских форумов. Эту инициативу губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского намерены рассмотреть в Росмолодежи. Мария Владимирова, Владислав Носкин, телеканал «Север», Санкт-Петербург.